Всем привет, ребята! Сегодня нахожусь на реке Ислач, и в планах сегодня у нас посмотреть на белорусскую красавицу, занесенную в Красную книгу. Это рущевая форель. Погнали! Было уже пару поклевок. Думаю, отсюда подальше стану. Блин, было уже две поклевочки. Проходил, пока по телефону поговорил. Блин, ну хорошая форелька такая плескалась. Ну как плескалась? Я прям ее видел так вот сбоку. Она, блин, ну вот такая. Кинул под это дерево и хоть бы хны. Ничего. Поставил вертушку, была колебалка. Ну, блин, не знаю, что-то не нравится ей. Так-то она прыгает, видно, на поверхности ее. Но, наверное, брать не хочет. Была одна поклевка, жалко, камеру не включил. То есть, пока включал, она и сошла. Чувствую, что я сегодня останусь без рыбы. Что-то не очень она идет на контакт. Попалась одна, пару фото на волю, порадовала. Тянешь, конечно, ее, прям свечки такие выдает, не поздно включил камеру. Сейчас, может быть, еще одну поймаем. То есть, а так даже идешь и видишь, что они плюхаются, то есть, ну, гораздо большие есть. Вот так, сейчас выпустим ее. Буквально минуту ее подержал, и все, и она сразу стала такой вяленькой. Еще очень быстрое течение. Давай. Оп, сама. И не хочешь доуплывать. Давай, плыви. Плыви, плыви. Вот она какая. Форель. Вот такая вот получилась у нас рыбалка, ребята. Много поклевок, много сходов было. Даже одну был уже почти достал, так я понял, что камеру не включил. Включил, и она уже ушла. Вот. Ловился у меня на ультралайт от Crazy Fish на 2,5 грамм. Может, позже на него обзорчик запилю. Хорошая палочка. Ну, легкие блесенки кидает. То есть, такие блесенки летят на ура. Всем спасибо за просмотр. Счастливо!